Где он? Пип! Да откуда он взялся? Беги, беги, беги! Раз. Здорово всем! Сегодня мы будем играть в игру под названием Паникор. Со мной будет Кривой Дракон. Игра связана с микрофоном. Будет voice chat. И монстр нас слышит туда. То есть надо шептаться. Чуть-чуть что-то звук нарушил. Все, он сразу за тобой бежит. Страшно, жутко. Нужно вынести 8 артефактов и сбежать двумя способами. Либо завести машину, либо сбежать через крышу. Погнали! Давай, на задание. Так. Итак, что у нас первое? Давай. Как выбрать? Ну, легко, просто смотри, есть Канада, мы ее ненавидим, потому что мы из США. Мы ее ненавидим. Мы уважаем только себя. А там так написано, мы ненавидим Канаду. Не, ну обычно там, я смотрел South Park, они говорят, что в Канаде пердят и головы отлетают у них. А, ну, да, вот. У них же смешные головы в Канаде. Волга Мидл Школа, понял. Выбираю, она у нас единственная открыта. А, ну, наверное, все, я выбрал. Куда-то он убегает все время, заметили? А, вот он. Используйте подъемник, чтобы опустить машину. Все, поехал. Респект. А зачем мы ее подняли? Ну, мы ее поднимаем, чтобы нам тяжелее уехать было. А, мы набор инструментов не взяли. Вот я возьму вот это. А, тут зачем-то инструменты нужны. А ты что взял? А я возьму... Я был не готов. Что мне надо работать? Ну, да, вот. Ну, пойдем. О, все, завелась. Сейчас будем что-то делать. Я даже не знаю, что нас ждет. Я просто знаю, что кричать нельзя. Надеюсь, меня услышат в этой игре. Смотри, нельзя кричать громко. Громко нельзя, брат. А ты тут, смотри, фонарики, короче, есть. Фонарики. Зачем фонарики? Ну, не видно ж ничего. Слышно, Артём, меня слышно. Только я не... Да, слышно. Только я не знаю, зачем мы вообще тут... Че мы приехали делать? Но мы какие-то... Надо найти артефакты. Мы с тобой сталкеры. А, Ночи, я думал, мы разнорабочие какие-то. И шуметь нельзя по ночам. Так. Ну, типа мы это... Инструментов набрали каких-то. Может, мы электрику проводим здесь? Да, может, мы... Ой-ой-ой, блядь, я фонарик выключил, так обоссался. Тихо, тихо. Ой, Артём нашёл что-то слышу. Кирпич. Я кирпич нашел. Кирпич? Чё-то рыгает. Блять, и чё дальше? Переходите на мой стримок. Нахуя? Нахуй нужен? Не смеши меня, блядь. А ты меня слышишь? Да. Ты у меня прям над духом, блядь. А вот тут вот так, когда на контру у них шумишь. Бля, Артём, нахуй ты упал? А я, он меня засосал. У него рот сосок там огромный. Засосал, блядь. Вон он впереди к тебе идет. Сядь, не шевелись. Не шевелись. Вон он крадется, видишь, впереди. Я сейчас его отъебу в задницу. Во, вот это правильно. Там и рот неплохой. Рот как турбовагина, блядь, прям крутая. Мастурбатор 3000, я понял. Он что-то вау-вау делает, по-моему, у меня в комнате. Может и нет. Слышишь, да? Вау-вау. Мне кажется, он наверх ушел. Сейчас я тебе... Обласканный. Полечу писюльку, блядь. Во, правильно. Тихо. О, ты ширинку расстегнул реально, нихуя. Я пошел с тобой. А чё? А мой фонарь, подожди, мой фонарик упал. Так, тут как... Я какой-то блокнот взял. Бежит, Артём, он бежит. Он тебя услышал, блядь. Тихо, всё хорошо. Меня потерял, кажется. Он меня потерял. А чё мы делаем-то? Нам надо найти артефакт. А ты откуда знаешь это? Ебать, ты классно выглядишь, Артём. Ой, бля. Да, спасибо, я старался. Для тебя. У нас АСМР какой-то. Он здесь. Окна, дверь ломает. Нужен ключ открыть двери. Блять, мы в тупике, нам пизда, если он ой, взять. Сейчас, тихо. Он вот и выебывается своими гениталиями, выебывается. Сюда, давай. А он вообще попкой своей прям... Он прям... Ой, не, лучше открыть. Да, он прям очень хвастается попкой. Жопу монстра ебейшь. Фух, хорош. Генератор, давай выключу, нахуй он нужен. Свет, наверное, делает. Ну да, наверное, чинить надо будет. Мне уже неловко с тобой шептаться, я как будто у бабушки ночью в деревне с другом ночую. Идем, заброшенная ока. Бабушка спрятала в сарае эти... солому, блять, мы ее возьмем, пожуем. Да
Ладно, сразу ебанем самогона, деда. Не, ну дед точно пизды даст. Я надеюсь, не крикнул. Нет, там слышно, когда он начинает бежать, его слышно очень нормально. Вот тут о, еще смотри. Вот еще бежит нашел. Сюда, он бежит сюда. Это стоит. Да. Вот тут он что-то бычил, значит, тут что-то есть аптечка. Тут сперма. Не вляпайся, она а, уже вижу. Прилипла. Вот еще бок, ну тихо. Во, кайф. Сейчас я возьму эту аптечку. Тихо. Просто нормально. Побежал, нюхай сюда. Цветок. Сюда. Я знаю, я его, я придумал, смотри. Сейчас, я подкрадусь к нему. Аптечка у тебя? Да, у меня. Давай вот эту дверь открой. Че там? Нужно ключ. Да, понял. Крадемся. Ну опасно, а может я могу... Я могу, короче, крикнуть на первом этаже мощно, нахуй, чтобы он туда убежал. Хочешь? О, смотри, какая-то хуйня. Смотри, я его, короче, вот сядь вот тут в углу, Сейчас я все сделаю. Тихо. О, ключ. Сначала нужно разбить это молотком. Блять, откуда он взялся? Он меня наебал. Смешной такой. Ну все, больше я так не буду делать. Я ключи нашел, два ключа каких-то. Можно попробовать открыть дверцы. Во, пойдем. И, короче, надо молоток. А я не понял, у нас же... Мы взяли какие-то инструменты, нахер они нужны? Бежи. Сзади какая-то хуйня, Артем, это кто? Блять, Артем, сзади! Какой-то призрак, блять. А, блять, почему я слышу голоса чьи-то? Ты кто такой, нахуй? Чё это, блядь? Там чьи-то голоса были, чужие. Там чужой голос был, не наш. Чё, кто на сервере, блядь? Только мы. А чё за звуки? Я за тебя стоял. А ты мёртв? Я дверцы открываю. Нет, я жив. А ты на втором этаже или где? Да, я на втором, да. А чё я тебя слышу, нихуя себе? О, я молоток нашёл, Артём. Ебать. Где ты говорил, что он нужен? Там, где мы заспавнились. Чё, отлежись? Да, он так... Артём, смотри, это лампочки какие-то. Да, это не, ну, что-то электрическое. Что-то эти провода. Ножик, бежит, блядь. Артём, смотри, бегал там дебил. Ой, так, дурак. Да дебил. Только не я, умоляю. Тихо. Беги нахуй! Сука, заебешь! Беги! Как от него отъебаться? Блять, ну у меня нету молотка. За мной бежит. Он за мной бежит. Я открыл. Да блять, какого хуя он тут бежит за мной? Беги назад! Он что-то разбушевался. Блять. Попробуй взломать быстренько молотком вот эту хуйню. Вот я она, сломал, вот. я сломал, я открыл. Да? Я взял ключ, я уже взял. А, все. Бля. Бежит! Как-то дверь может закрыться где-то. Не, надо, мне кажется, как-то от него сесть, помолчать немного, блядь. Надо выбрать, где сесть. Сюда. Все, успокоился. И надо вообще не говорить, даже не шептать. Блин, знакомая параша, я в ней был в какой-то игре. Я и в этой школе был, блядь. Мы проходили хоррор, там эта школа была. Я думал, ты про свою школу сейчас будешь говорить. Ебать, ты богатый уже. Столько денег у тебя. Я взял кирпич, пригодится. Ты тоже богатый, тебе. Ты, кстати, кирпичом ее отвлекал, ей похуй вообще было. О, еще ключ нашел, еще отверстие какое-нибудь. Ебать, я нихуя не нашел за все время.
Потому что я все хорошо собираю. Как в всех играх. Да, да. Бля, вот хорошо было, Степана. Прям вот здесь стояло это чудище, блядь. Давай генератор выключим, что будет. А что, можно? Ну да, ну вроде рука горит. Не, нельзя? Нет, нет. Ну ладно. Ну что-то делаю. У тебя сколько еще ключей? Бля, пиздец, он моим голосом разговаривал. Еще кучка лежит по себе. Блять, она, по-моему, все еще бежит, я не понимаю. Привет, да это я. Слушай, тут надо, говорит, какую-то лестницу починить. У меня ключ от машины есть. Реально, это школа, тупо из другой игры, прям все один в один. Ну, побери аптечку. Иду, иду, тихо-тихо. Взял богатство. О, доска, доска какая-то, я взял доску. Пила, смотри, пила, и еще один ключ. Смотри, нам, скорее всего, это надо для этого. Починить лестницу. Для лестницы? Я еще где-то доску видел. Тихо-тихо, не выходи. Не выходи. Боишься? Да. Че там? Она тут. Нет. Нет, пойдем. Внизу, внизу. Я ее доской уебу. Я вот эти дверцы открыл аварийным ключом. У меня есть ключ, открывающий аварийные двери. У меня сердце стучит. Да, хуйня где-то появится сейчас. Надо зайти сюда и закрыть дверь. Понял, бежим! Я ее запер! Деньги, деньги. Что-то нашел, масло, чтобы жопа не погасла. Я еще инструменты тут нашел, и у меня столько всего. Блин, она идет сюда или нет? Непонятно, непонятно. Артем, беги, Артем, беги! Бегу! У меня есть ключ и масло, и бензин, и хуйзин, блядь. Все, это к машине, это сюда. Где машина? Машина вот сюда под лестницей. Заливаю, ебать, это долго, брат. Это очень долго. Смотри, на... Да, ну тут все, тут на максимум шум, тут можно не стесняться. Ты, если что, смотри, когда она побежит. Если что, она сюда заходит, если что, выламывает дверь, она один раз пыталась сюда зайти. А, я колесо так. Где-то видел, кстати. А что за это починить-то можно? Так, ну и что? Это вот сюда. Лестницу можно, наверное, наверх уйти. Там можно лестницу починить и уйти наверх. Короче, сюда тогда все скинемся. А, типа, давай, либо давай. Туда, либо туда. Доски, короче, нужно веревки и три доски, чтобы сделать лестницу, короче. Нихуя! Идем. А где мы будем это? Ну, надо решить, куда мы все будем скидывать. Доски, короче. Тоже на первом этаже, тут есть кабинет этого. Окей. Как его? Ну там, короче, слесарка, там верстак есть, там можно скрафтить эти... Ну, лестницу можно скрафтить. Чё ты тут хочешь? Класс биологии сразу видно. Много цветков. Да, и кишки на... Пщё. О, файлы. Заебись. А почти все нашли уже. О, доска, доска. О, доска, давай возьму. У меня есть две доски. Еще масло уже не нужно. Пила нужна. Знаю, у меня кисти. А есть пила. Нужна, интересно. Пила есть. Аптечка вот еще. Есть пила. А, у тебя в кармане. Аптечку взял. Так, ладно. Надо
Знаешь, все влазило. Скидывай. Ползет. Там даже вроде. Ползет. Где-то рядом. Вот она, впереди. Да ну нахуй! Я очень старался. Да. Вот сука. Вот в этом, вот, вон в том кабинете, вон там. Понял. Бежит. А, блядь, вот, да, бля, пиздец. Даже в кабинетах из того хоррора все то же самое, даже вот эта хуйня. Там было один в один, вот это вот все хуйня. Даже мебель та же самая. Убежала за драконом. Веревка, блядь, ну сука, в карманах пиздец сколько всего. Наверное, это мне не надо. Что там надо было? Там дохуя всего, и веревки, и молотки, и чего там только нету. Где? А там вот откуда я бежал, сейчас приведу назад. Угу. Спускаешься по лестнице сразу налево, кабинет номер 9. Вот тут. Тут спускаешься, вот сразу налево, да. И вон там много еще чего лежит. Сейчас приведу назад. За тебя этот. Короче, вот тут дурачок. Спускаешься по лестнице сразу налево, кабинет номер 9. Чего ты? У него башка у меня свернутая. Он всегда разговаривает только моим голосом. Я выйду, сейчас перезайти надо, мне кажется. Так, вот здесь, да. Да пока забей, нормально. Так, и все. Еще одна доска, у тебя сколько досок? Я вот одну засунул, вторую не засовывается. Здесь уже есть доска, говорит. А, попробуй скрафтить. А как? Я могу бы использовать это, чтобы разрезать, что это пилой. А. Пила нужна. О. Так. Шумлю, пиздец. Артём, он бежит, Бежим! А чё, ты лестницу сделана у тебя в кармане? Не, она там на верстаке осталась. Блядь! Ну, постой на шухере. Я старый ключ скинул, блядь. А где готовая верёвка-то? А ты же закинул её сюда, вот же. Ну, не, лестница где? Я мог бы использовать, чтобы разрезать это что-то пивой. Ты, наверное, не доделал. Попробуй доделать. А, бля, я скинул пиву. А где она? Сейчас. Я знаю, где еще одна. Сейчас бегаю. Я все нашел. А, все, супер. Давай. Нет, нет, ничего. Нет, а где лестница, блядь? На лестницу. Еще одну доску. А, и доску еще одну. Впихай доску еще одну. А, у меня не... А, еще одну, ладно. Засунул. Во. Че, сейчас еще одну доску надо. Блядь, сейчас принесу. Вроде знаю где. Не останавливайся. Все, уходим. Блядь, короче, на втором этаже. Палка, блядь, или тут палка сейчас. Тут еще молоток какой-то. О, ключ еще один. Палка. О, палку нашел. Палка. Вот ключ. Этот крестовый ключ нужен? Крестовый? Да, вот такой. Какой вот. Какой крестовый? Ну такой вот, вот такой нужен. А, давай заберем, мало ли пригодится. Пойдем пихать доски. Доски. Блядь, она тут где-то. Супчик.
там дикая, громкий звук издается. Она сюда прибежит сразу же. Надо подождать. Блядь! Хорош. Пищу лестницу! Спиздил! Увидимся на втором этаже! Пойдем! Или пробежим еще раз. Или еще побегаем от нее. Бежит. Так. А файлы мы все собрали? У меня еще ключ есть. Еще два. У меня тоже есть ключи. А мы вроде все открыли. Нам надо на лестницу. Видишь, смотри, тут еще надо. А, и там еще что-то. Что происходит? Она тут? А, да, тут! Да. Типа нам по лестнице надо будет еще дальше куда-то залезть? Хуй знает, а может мы вообще должны сбежать уже? Но может. Мы не можем, потому что у нас не до конца этот. Давай сюда лестницу. Думаешь? Ой, блядь, ползу нахуй! Упал! Ой, чё это? Чё началось-то? Ничего не понял. Ассасин? Да. Чё нам показывают? Мы выбрались? Хуй знает, если мы типа выбрались, то футаж выбран не лучший. Да! Мы сделали это! Мы выбрали! У нас есть деньги! Мы заработали деньги! Дураки! О, блядь! А что деньгами делать теперь? Ну странно, что мы были в школе, а вылезли в пустыне, блядь. А чё это за инструменты мы с тобой брали? Чё, с чем в итоге? Я тоже не понял. А, ты взял молотки, и мы попадались типа молотки. А, типа способы побега, наверное, да. Я взял эту чепуху, и мне не попадалось ничего. Да, жиза.